Сокращение дроби, да? Дроби. Пример. К примеру, 24 тридцать шестых. Простой пример. Значит, первое, что я пытаюсь сделать, чтобы сократить. Что такое сократить? Это значит сделать ее проще. То есть она будет равна ей, но проще. Для этого я вспоминаю сначала таблицу умножения. То есть, смотрю, 24 есть же в таблице умножения? Есть. 36 есть? Есть. Причем это интересно, оба числа, они могут двояко. Да? Это 4, 6, 3 на 8, а это 4 на 9 или 6 на 6. Ну, желательно такие, чтобы было... Ну, давай попробуем, да? Мы сильно париться не будем. Ну, допустим, 4 на 6, а это 6 на 6. О, одинаковые есть? Есть. Больше нету. Но можно доразложить. То есть, неважно, как ты пойдешь раскладывать, но если ты будешь дораскладывать, все равно сократишься. 4 опять в таблице умножения это... 2 на 2, так? Угу. А 6 это 3 на 2. И опять вижу. Да, только по одной двойке. Нельзя все двойки вычеркивать. Только сколько здесь, столько же и здесь. Одинаково. Ну и остается 2 третьих. Угу. Вот, сокращение, да? Еще давай попробуем. Допустим... Шестнадцать пятьдесят вторых. Ну, 16 таблица умножения, да? Mm-hmm. Ну, допустим, 4 на 4. Там есть еще 8 на 2, ну вот это. 52 нету в таблице умножения. Если нету в таблице умножения. Ну, это имеется в виду до 10 нету. Ну, ее вообще в таблице умножения нет. Числа 52 нету. Почему? В таблице. 4 умножить на... Нет, нет, есть, есть 54, есть 49, есть, а 52 нету. Значит, надо попытаться его на что-нибудь поделить. Ну, давай я попытаюсь, да? Ну, вот я вижу, оно на двойку заканчивается, ну, на 2. Начинаем с простого числа что-нибудь. Я здесь сбоку поделю 52, знаю, что поделится на 2. На 2 это у нас будет 2 раза берем 4. 1 оставим. 12 на 4. А, нет, 12 на 2, 6. То есть получилось 26. Но давай, ну пока так я запишу. Это у нас получилось вместо 52 я напишу 2 на 26. Да? Так, ну пока нечего мне сократить, одинаковых нету. Ну давай я доразложу. Доразложу. Но 4 я напишу как 2 на 2. Одну четверку. Одну пока оставлю. Не буду все. Так, а 26 я могу разложить тоже. Да? Вот я знаю, что еще на 2 можно поделить. Это будет 13. То есть 2, а тут 2 на 13. Только не забудь и эту двойку. И отсюда еще 2. То есть 26 распалось, как бы мы расщепили на 2. Смотрим. О, еще есть, смотри. Раз, 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 раз. Остается 4 тринадцатых ответ. Вот ответ, да? 4 тринадцатых. Еще вариант сокращения покажу. Допустим, умножаются какие-то дроби, допустим... 3 восьмых умножается, ну давай даже делится, да, делится, а здесь будет, ну пускай 15. Так, мы знаем, что деление надо заменить умножением на перевернутую сначала, да, первое без изменений, вторую перевернули. В принципе, уже можно сокращать. То есть
то, что она сплошная дробная черта, или они две раздельных, но есть умножение, в принципе, разницы нет, можно и так сокращать. Ну, опять раскладываем. Ну, тройка никак не раскладывается, 12, 3 на 4 есть в таблице умножения, 8 можно 2 на 4, а 15 3 на 5. Все разложил. Одинаково есть? Есть. Вот можно по четверке сократить и по тройке сократить. И все. Остается здесь 3 осталось, а здесь осталось 2 на 5, 10. То есть 3 десятых. Вот. То есть вот несколько примеров сокращения. Пока самые простые. Два числа из таблицы умножения, потом два числа, один из таблицы умножения, другие нет. Потом, когда две дроби делятся или умножаются, ну, аналогично все раскладом, что одинаково сокращаем. Вот три примера сокращения дробей.